What's up, ребятки? С вами канал Ali Game. Let's play Rocket Atomic Heart. Наше удивительное приключение на научно-фантастической игре. Нужно продолжить наше приключение, посмотреть, где эта вторая сфера. Вот это самая кладовая с сумасшедшими роботами-погрузчиками. В общем, это какая-то территория, на которой находится куча механических взбесившихся роботов. Мне страшно прям. Судя по черным следам, они как-то вот ездят очень ужасно хаотично. Ускоряются. Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. А куда нам нужно пройти? Нам нужно в полимер нырнуть. Какой я хитрожопый. Догадался така. Так, есть, я на втором этаже. Здесь есть Вовчик. И Вовчика, походу, пригорает. Да, Вовчика пригорает. Прям страшно. Смотрим, сколько еще Вовчиков тут есть. Здесь есть два Вовчика. И есть Ромашка. И Вовчик, походу, номер один. Явно нам не рад. Ой, поломался. Осужденный за клевету в сторону партии Дмитрий Баграмов объявляется вернувшим долг. Ни хера не работает. Нафиг я прокачивал огнетушитель. Ладно. Да в смысле, Вова? Я тебе серьезно? Вова, это не наши методы. Как больно было, Вов. Ну серьезно, прекращай вот эти твои нападки. Это не серьезно. А, я понял. Машины. Вечно они ломаются. Так, вот сюда вот как бы страшно заходить. Все, что связано с глазиками. А это что за растяжка? Нового типа какая-то. Нам только предстоит узнать, что это за растяжка. Здесь все закрыто. Я помню, что вот здесь вот где-то что-то было на полке. Вот тут, да. А, это часики, просто часики. А здесь у нас что было? Там тоже что-то светится на полке. Вот, смотри. Какая-то штука. Так, что это у нас? Я не понял, они все, в бесконечности будут отсюда вылезать. Слушай, ну с другой стороны круто. Они вылезают, мы с них что-то фармим. Так, мы что-то нашли. Скоро нам совсем не будут нужны роботы. Объект Луна представлен. Одна есть. Глазик, мы нашли какой-то глазик. А это что? Перед вами мемориальный объект. Ого. На бесконечном пути. Вот это прикол. Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Слушай, сколько здесь аптечек вообще, прям дофига, смотрю, выпадает. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже куча аптечек. А мы можем же разбирать, да? Идем дальше. Идем дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас какая-то комната. Опять, смотри, опять это букашка. И снова букашка. Еще одна. Их аж целых три букашки. Забираем с них то, что там выпало. Возвращаемся сюда. А, так это дверь. Я думал, это просто пузырь. Вау, круто. Я надеюсь, здесь нам ничего не грозит. Ну, в том плане, что под водой они ж не будут нападать, они ж машины их замкнет херам. Дверь открылась, и мы можем идти дальше.
В следующей комнате нас ждет... Опять эта матрешка. Матрешка, да. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ну, давай посмотрим. Ради хорошего оружия я... Смотри. Милый, наконец-то! Вот он. Ты, Электро! Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? Пистюган. Не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, да, ругай меня. Я была плохой девочкой. И подвесилась, но похотливилась. Она что у нас, пистюган? Чего? Ты опять кого-то убила? Вот же тварь, а. Милый, ты так долго в меня не входил. Ой, что это такое? Мне стало очень одиноко. Скажи, милый, тебе понравилось? Пистюганчик, энергетическое оружие. Вместо патронов использует энергию перчатки через подключаемый привод. Ух ты, я прикольно. Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил. А тут закрыто. Почему там теперь закрыто? Хорошо, спасибо большое за улучшение. Мы прям чувствуем, как сила пришла к нам. Лабораторное оборудование является... Так, Держан. Теперь нам дальше. Кто она? Является нарушением закона и преследуется партией. Рюкзак переполнен. Да в смысле переполнен? Алло. Как ты переполняешь? А, у меня же пистюган появился, да. Пистюган появился, теперь нужно это все выкинуть. Окей, мы выкинули пистолет, точнее, аптечки. Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразной свиньи. Очень да. Может быть. Ремшкаф Петров так и заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь, мать его. Ремшкафу башку снесло напрочь. Она несет жуткий бред, а вместо нормального оружия она делает какую-то немыслимую хрень. Думаете, мы остались безоружными? На безрыбье и рак рыбы. А лучше я буду бить робота стальной говночисткой, чем голыми руками. Разберемся. Так, а у меня патроны бесконечные здесь или... А, конечные. Но они хоть восстанавливаются, нет? Вторая так, мы есть. Нашли осталось еще найти одну. Третью. А я, в смысле, я ранее находил еще одну. Вот еще готово. Одну. Вроде что ты мне рассказываешь? Я две находил. Вот это уже пострашнее будет. Смотри, там какая-то... Мотыляющая рука. Однако. Офигеть. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место, Храс? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Ковчег, что ли? Результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Что я думаю, ребятки? Что находится в этом ковчеге, в котором содержится ДНК и семена, или что здесь, ну, из того, что я перечислил, содержится для заселения и засеивания на Луне? Мы узнаем это в следующем нашем видеоролике. С вами был канал Alligame. Let's Play Rack. Увидимся, ребятки. Пока. Сохранение данных. Вы еще здесь? Расходимся, больше ничего нету. Но вы можете посмотреть, что было еще ранее в разделе видео на моем канале, подписавшись и поставив пальчик. Ну все, идите.